что почти подъехали к озеру. Время 6:30. 6:30. 6:30, да? Да, 6:30. Осталось совсем чуть-чуть. Ветерок. Ну сейчас минут через 5 вот она здесь. Подъедем. Будем. Ну все, приехали. Вот здесь вот вода отошла, конечно, я думаю, поднялась, а наоборот. Мы вот на этом мыске, вот на этом мысочке мы и расположились. Так что будем сейчас. Хоть на тележке может подъехать спокойно. А тут уже метров, ну сколько, метров 30-40. Меньше даже протащить. Ерунда. Лепота. Обычно мы ловили вот с этих пирсов, а сейчас они запретили. Ну, ничего. Будем пытаться. Мы раскладываемся. Вот Олежка пришел. Там дальше Борис. И я здесь тоже устанавливаюсь. Лепота. Ребят, всем привет. Сегодня... Сегодня воскресенье. А какое сегодня число, господи? Хорошее, хорошее. 18-е, 19-е, какое сегодня число? У меня было 19-е. 19 сентября на озере Пиру, недалеко от Лос-Анджелеса. Ловим втроем. Борис ловит на Йонгсан. 4,5 сам покажу. Олег ловит на 4,5. 4,5 килограмма, а 4,5 удочку Шимана. Я буду ловить на 5,7 дайва. Шапочка еще. И перчаточку одел. Молодец. Так что сейчас замешаемся и начнем ловить. Пока на картошке. В этот раз я буду шенберу замешивать. Вообще нужно СП, но я шенберу буду замешивать. Два стаканчика шенбера. Вот первая рыбка уже какая-то есть. Посмотрим. А, это зеленка. Зеленка не считается. Зеленка не считается. Наверное, сделаем 100 граммчиков. Засыпается. Сейчас, секундочку. Туда же засыпается один стакан воды. Один воды. Полный. Полной воды. Потом наш японец замешал туда стаканчик я еще ни разу не использовал. Это GD, такая насадка GD. Так, стаканчик. Один стаканчик Асадана Япон. Ну, я не знаю, почему Асадана. Асадана вообще-то верхняя рыбалка. Видимо, для пыления. Один стаканчик Асадана Япон. Сюда ее. Раз. И все это мы перемешиваем, пока она вся мокрая там. Попробуем. Так.
Хорошо будет? Я думаю, хорошо. Вот, отлично. Укоротил я эту палочку. Вот так вот. Глубина удочка 5,7, глубина 5 метров, почти 5 метров. Это, конечно, рекорд с 5-метровой глубины вытащить. Так, у меня здесь пылящая есть, да? Пускай на нее пылит. Давайте, с тобой, Леша. Yeah. You had a tiny little smallmouth earlier. That one's bigger than my smallmouth. Как-то не жарко. Чё? Это красиво. Да. Это карасик. Знаешь, на что? На две рыбные посадил, на нижний и на верхний. Ну, слушай, ты отличаешься от этого на белку. Не, я говорю, что на рыбную клюнул. А кто их за рыбу? Ай, кольцо не поставил здесь. Он мне сказал. А где ты взял? Китаец сказал. А где ты взял? В смысле, я взял, а у меня дайва есть. Да. Ну что, первый. Так. Ну что, ребятки, с почином? Это первый. Первенец. Ну что, один первый есть. Первый есть. Ага. Олежка. Да?
И это номер два. Понеслась, ребята. Небольшой пока идет, но ничего. Небольшой. Такой вот карасик. Хорошенький. И это два. Козлы. Откуда они столько? 20. Какой там клев? Сумасшествие. Сматываться, потому что нереально. Просто нереально здесь ловить сейчас. Наверное, вы видите, что происходит. Это какой-то, не знаю, слов у меня нет. Короче, пару карасиков я поймал, Борис поймал тоже одного маленького, и все. Олег пошел бас ловить. Я думаю, я собираюсь, потихонечку буду ехать домой. Это уже моя четвертая рыбалка здесь. Ну и тоже как-то не очень такая. Не то чтобы прям удачная, я сказал, но не очень. Ну ладно, в принципе, время провели. Время провели. И хорошо. Хирабуна рулит. Всем привет. Да, надо было на хач съехать. Ну все, пока. Вот еще приятель один. Китайских ловец ловит с платформы. За весь день поймал 3 штуки. Ну, ребят, ну это инсейн просто. Это просто без, я не знаю, понятия люди. Купаются рядом, вообще пофигу все. Короче, получили удовольствие.